Так, всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить FIFA 17 за менеджер. У нас первая игра Лига Чемпионов. Так, дальше тут Жиру у нас стоит. Так, Жиру у нас стоит. Я хочу в офис зайти. Да ё-моё, офис, говорю. Входящие сообщения. Мое игровое время. Так, подожди-ка, там еще что-то было интересно. Так. А что-то мы... А, ну это ты, кажется, был. Играл у меня, да? Или нет? Да, он бы играл у меня. Так, ну давайте Лига Чемпионов выпустим Переса. Так, как там у нас дела с этим? Ушером еще никак, мы на Реаль. Гипс у нас 82. Ну, пускай гипс остается у нас на поле. Верин, Мустафа Касилни, Азил. Ну, таким я и думаю. Сейчас посмотрим. Сейчас по календарю посмотрим, кто у нас следующий враг по Премьер-лиге. Просто интересно. Так, календарь, календарь, календарь. А, Лестер Сити. Хороший соперник. Хороший соперник. Так, состав. Джака у меня нет. Валку тоже нормально. Монеря, Кабрель нет. Корсор. О, у меня Корсор уже есть. Очуметь просто. Я про Корсор уже забыл. Этим Азил сегодня уберем запас. С Лестером поиграет. И Элнини дадим поиграть, да? Элнини. А центральный я поменяю вместо Мустафы. Пускай Мустафа посидит. А Матизакер выйдет на поле. Так, потом что у нас еще? Берилин. Так, Берилин у нас их. А, Джейкинсон у нас все-таки. А Дебуши мне продан, да? Да. Осталось тут двое. Ну ладно. Или оставайся пока. Там посмотрим. Ну что, вот такой состав, я думаю, выпущу. Нормально будет. Нормально. Все. Сохраняем такой состав. И выходим на поле. Гипс показывает, да, гипс показывает. Просто супер. Высоко будет. Не, я пропускаю, мне это пенати не интересно по тренировке. Миллион раз уже их проходили. Что ж, могу поздравить вас всех с началом группового этапа Кубка Чемпионов. Команды полны сил и готовы бороться до конца. А мы надеемся на отличные матчи и интересные моменты. Да, все команды мечтают попасть в этот турнир, чтобы показать себя, завоевать имя, ну и, разумеется, пополнить клубную кассу. Сегодня Арсенал встречается с Бешикташем. Алексис Санчес, представитель очень интересного поколения чилийских игроков, один из тех, кто стал настоящей звездой в Европе. Да, забивать он умеет и любит это дело, и думаю, сегодня мы в этом еще раз убедимся. Смотрим состав Арсенала.
очень вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Нам показывают графику с составом команды гостей. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Француз будет судить нас, Англию против Турции, можно так сказать. Ну что, начинаем, парни. Что ж, могу поздравить нас всех с началом группового этапа Кубка Чемпионов. Первый матч. Команды полны сил и готовы бороться до конца. Мы надеемся на отличные матчи и увлекательный футбол. Все команды мечтают попасть в этот турнир, чтобы показать себя, завоевать имя и, конечно же, хорошо заработать. Здорово! Нужно забивать и выходить Санчес. Вперед! Хороший шанс, но слабый удар. Опа. Нет. Все-таки мы его не взяли себе. Из-за боковой игрок Арсенал ведет мяч в игру. От него даже ушел. Вот это супер. Киран Гибс. Не тому. Но ранку сильней. Алексис Санчес. Санчес. Не прошел. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Плохая передача. Супер еще пас. Бы ее не перехватил. Это может быть опасно. Это Мутизакер. Ну, Мутизакер, конечно, не суперский здесь на самом деле. Ну, защита не хорошая, но у него скорости не хватает здесь. Ужас. Не тому. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Что-то направление мне показал, что я мяч футболисты из-за хотел вперед дать пас. Ну что, от нас мяч уходит уже. Гекхан Инле. Египтяне надо готовить, делать. У него 76. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И Перес, ну, такой шанс, а. Посмотрите, посмотрите, как он переживает. Ты все-таки получил по доске номер, да? Такой шанс был, а. Все сделали для этого. Варежа. Так, только у нас Варежа, Уршер нет, у нас Ремзи, да? Мяч будет введен, да, я Ремзи оставил. Из-за боковой. Гёкхан Инле. Атиба Хатчинсон. Это может быть опасно. Ты такой вообще нафиг здесь все. Ну-ка, Семи дал это дело. Аарон Рэмзи. Опа-на. Санчес получает мяч. Санчес бежит воротам. Хороший шанс, но защитник смог это просчитать. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Санти Касоро. Смотрим начало атаки. Блин, штрафной, ё-моё. Да плюнем в роду, в рожу, блин, точнее. Фиг с ними. Так. Какой криво, блин, что-то я вообще просто криво сделал, а. Слишком далеко, может, от ворот было. Вот это штрафное, это просто. Таких штрафных, блин, Месси и Роналду в жизни не делали. Я 100% уверен в этом.
Куарежма, Бернардо. Давай, иди сюда. Отлично сыграно, надо решать. Здесь так, Матизаки прочитал. Хорошо. Алексис Санчес. Санчес. Санчес молодец, Сантик обошел. Блин. Я Санти хотел дать пас, а не вперед. Атаку в обратную сторону. Это может быть опасная атака. Гипс возьмет мяч. Отдает Берину, потом Нюни. Санчесу. И мы на своем поле уже тоже застряли. Санти Касорна. Тут просто подарили мяч сопернику. Понятное дело. Гекхан Инле. Керим Фрай. Опа. Удалось нейтрализовать мяч наш, давай беги, Санчес. Кто будет первым на мяче? Арсенал в атаке. Защита видно было, видно, что было закрыто. Но я на удачу пас дал. Гёкхан Инле. Пока неплохо. Давай, а. Интересный у меня вопрос, еще такой вопрос-то. Подпишет ли Арсен Венгер контракт? Тут даже, по-моему, и не заметил. И как пробил? Удар хороший был. Ну вот, собственно, и пронесло. Все. Удар от ворот. Подпишет ли Арсен Венгер? Если я вот не помню. Информация, что Марко Верратти переходит в Барселону из ПСЖ. Да, трансфер наконец-то состоялся. Знаю я. Тут все уши кружат. Сам дорогой трансфер, что ли, наверное. Если говорю с ними, ну, я думаю, нормально. Лоран Кусини. То мне, я не помню, как его точно зовут, из Ювентуса хотят. Я даже не ошибаюсь, блин. Но я не хотел бы его на самом деле. Аарон Рэмзи. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Ну я хотел пас только дать. Отличный отбор, но мяч-то кому достать? А почему ты только так... Я врезались, ты как будто так упал, блин. Так, Аарон мяч Рэмзи. Наш. Санчесу обратно. Ну тут скорость великая. Что это такое вообще, а? Штрафной ставит судья. Только что я говорил об их атаке. Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Ну, Карсорло смог головой ударить. Опасный, маленький, а? Вратаря, своим ростиком, а? Вот это ударчик был, молодчина. Блин, мы еще дома играем. Так, прям Матизакер. Я думаю, Матизакер попадет. Далин промазал. Тут может что-то получиться. Так, Берин получает мяч от вратаря. Явнини. Так. Было нарушение, но мяч у Арсенала, и арбитр даст отложенный штраф. Звучит свисток арбитра. Матч прерван из-за травмы. Чего? О чем я? Явнини у нас получил травму. Ну давайте Улшера выпустим на это место. Травмированный игрок, блин, покидает поле. Игра дали поиграть матч. Так, Косивни чек дает. Косивни. Арсенал атакует. Терпеливо ждут они своего шанса. Опасная передача. Блин, не дали навес. Защитник должен снимать такой навес, что он и делает. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, да, как они, блин, потеряли, а? Мяч. Все верно, края. Все, надо чаще задействовать. Уже не успеваю. Варежа. А крайне всегда скоростные. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Так, Рэмзи получает мяч. Уамбок. Может получиться интересная атака. Перес. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Там не защитник, скорее всего. Санчес.
Опа. Ну, кривой пас, ну хоть наш остался. Блин. Потерял он мяч, но кому он достанется? Хорошо, защитники делают они. Это может быть опасно. Ну давай, ё-моё, а. Ну что ты делаешь, Косивни, блин, отнял мяч, а... Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Первый тайм, наверное. Итак, первая половина встречи завершена, пока ничья. Они тебя будут разводить, мяч. Ничего серьезного, первый все опыт. Здоровы, просто обычная замена. Что ж, команда возвращается на поле, опыт, и мы продолжаем смотреть играем. Матч первого тура. Для меня. Всегда опа, надеешься мяч увидеть наш, хорошую игру кто в первом матче, отнял. И у команды понятно, еще есть нападающий. Шанс показать все, на что она способна. Понятно здесь. Метазаки. Так, Гибс, Рэмзи, Улшер, Аня Косова. Вот Улшер. Да ё-мо, что там натворилось-то? Кому он достанется? Анимация какая-то странная была, я туда даже не нажимал. Ну, не то, как говорится, не пришлось. Вратарь выходит и забирает. Никто, не ту кнопку я нажал. Не так я хотел. Будем делать так, как я не хотел, но... Киран Гибс. Как получилось в игре, почувствовал, что я нажал. Касорла Гонсалес. Вот настоящий. Так, 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 так. Я уже не пройду. Блин, они хорошо. Уилшер. Защита сделана у них. Аарон Рэмзи. Смотрим начало атаки. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Совсем необязательная потеря. Шанс был хороший. Какой необязательная потеря, ё-моё. Ну давай, Гибс, догоняй его, а. Киран Гибс. Санчес. Так, так, так. Опа. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Все-таки смог это сделать, но... Из-за боковой игрока... Удар головы не получился у Перес. Замена. Посмотрим, сможет ли проявить себя новый игрок. Так. Алексис Санчес. Да ё-моё, а. Ну Карсолу не хватило. Удар у этого вратаря. Да-да-да. А это сидит его не сзади нас, блин. Травму получил. Интересно, что за травму получил. Так. Толгай Арслан. Тосун. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Аарон Рэмзи. Это может быть опасная атака. Владеют мячом и ждут, когда предоставится офигеть, возможность просто, сделать тупо, хорошую передачу. Фиг поймешь, кто где, кто замена когда стоял, блин. Команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру. И вау, давайте посмотрим, кто поменяет поле. Похоже, готовится замен. Гёкхан Тёре. Давайте сюда. Отлично сыграно, надо решать. Мяч летит. Очуметь, вот это мы пропустили, а. Ушел мяч за боковую, Арсенал вбрасывает. Аарон Рэмзи. Дэнни Уэлбек. Так, у меня надо... А, нет, у меня две запас осталось, да? Ну давайте Азил выпустим, попробуем пока что. Там еще дальше подумаем. Уилшер. Вместо этого Корсо. Наставник домашней команды готовит замену. Ждет свистка арбитра игрок, стоит на кромке поля. Опа-на. Санти Касорла. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Я думаю, закрыт этот был. Игрок прекрасно бы исполнял в Брэгби штрафным. Киран Гибс. Рэмзи. Не тому, блин, я сзади видел. Почему туда дал, а? Какой шанс! И есть поддержка у этой атаки.
Владеет мячом команда и выбирает момент для обострения передачи. Какие-то слепые получаются. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Защита хорошая, они уже все защитить следят. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в юношеской школе. Тут просто подарили мяч сопернику. Дэнни Уэлбек. Защита у турок замечательно вообще просто. Мне прям колоссально нравится. И я сегодня какой-то кривой, блин, непонятных ситуаций, блин. Или правда у них защита хорошая. Друзья, вы поворотов-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Тем временем соперник перехватывает мяч. Четверть часа еще играть командам до конца основного времени матча. Гибс. Уэмбок. Джек Уилшер. Уилшер. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Не, что-то я туплю. Видно. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Аарон Рэмзи. Кирен Гибс. Тут может что-то получиться. Гибс слишком много в атаке бывает. Да блин, не успеваю я, ё-моё, пас дать нормально. Тосун. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Да ё-моё, ну чё за фигня-то, а? Как он так толкнуть смог, а? Подольше поддержал бы, было бы легче 10 тысяч раз. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Ну давай, иди сюда. Не хочешь, папа? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Ну давай, дорогой, давай, дорогой. Опа! Здесь защита справляется, мяч отобран. Остается 5 минут до конца основного времени матча. Счет равный. Блин, принесло отбор. Прям, знаете. Спасибо за мяч. Это матч какой-то тупизны. Кирен Гибс. Чувствуете, блин. Все верно, края надо чаще задействовать. Мяч вышел из предела поля, и Арсенал будет вбрасывать. И Азил только выходит, да? Замена сейчас произойдет. Супер здоровый, вообще, просто замена, супер. Видимо, тактическая. Аарон Рэмзи. Озил. Ты что это такое было? Матч получает шанс забить после розыгрыша углового. Что такое было-то, ё-моё? Слишком близко к вратарю. Давай. Судья решил добавить 3 минуты. Дженк Тасун. Ловите его, эту папа. Пока неплохо. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Ну-ка, опа-на. Все вперед. Судьба матча решается на наших глазах. Да е-мое, надо здорово было поздать. Здорово забрал мяч у соперника, так что тот даже... Все, 0-0, короче. По нулям. Одна некуда туда сюда. Весь матч владела мячом, но не сумела выиграть. Константин, что скажешь? Ну, владение мячом это еще не гарантия успеха. Защита нехорошая. И я сам что-то косячил. Защита хорошая была. Вот и два промаха. Вот это был промах, я помню. Вообще суперский. Сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться. А кажется, вот что за промах там запоминал. А, ну да, этот. Это вообще супер был тоже. Корсорло маленьким ростом. Выиграл единоборство. Очуметь просто. Ну тут большинство ничью сыграли. Раз, два, три, четыре, пять. И я две команды выиграла. Я просто не знаю, все тут Лиг Чемпионов сыграли или нет. Так. Игрок травмы на 4 недели. Ну это не слишком много, на месяц примерно. Ну все равно. Ну и чё? Перелистывай давай.
Так, сюда хочу посмотреть, что у нас тут поменялось. Билеты мы заработали почти миллион. Сколько у нас средний, а посещаемость была в этом матче 63. Нормально, 4% заработали. Обслуженность сетевого на 1%. Тут 7 миллионов, уже 66% мы. 30% мы уже потратили на зарплату. Обслуженного. А Норвич, а где билеты Норвича? Нет, да. Фиг его знает. Продам в Эвертон. Ну что делать? Такие есть она. Они все в Англии, ну двое точно из Англии, точно знаю я. Ну и что, как всегда, ну я просто люблю сюда смотреть, что тут есть. Так, ну все, на этом, я думаю, остановимся. Лестер Сити, мы играем в следующей серии. В гости, мы в шоу гости едем, или нет, я так не понял, тут что-то на самом деле написано. Мы на первом месте стоим, нифига себе, по 10 очков, супер. Ну давайте на этом остановимся, увидимся в следующей серии других поражений. Всем вам удачи и пока.